Ребят, всем привет. Ой, погодите. Окей, ребята, всем привет. Вы на канале Эрик Плей. Сегодня мы поиграем в разрисованный Майнкрафт. Тут, точнее, его рисовали. Окей, может быть, это не тот. Но на телефоне я не смог найти тот мод. Но, в принципе, я нашел его в Play Market, такую игру. Она называется Lucky Craft. В Play Market можете найти. Ну, окей, а мы начинаем играть. О, ребята, что я на пол смотрю? Окей, ребят, начнем выживать в нашей игре. Тут на самом деле дерево помедленнее добывается. Lucky Craft, если что, ребят, называется. Можете скачать его. Но мод на... Пока я не знаю. Я не знаю. Вы же смотрите на YouTube другие ролики. Я вам подсказал, как скачать разрисованный Майнкрафт на телефоне. Потому что модов на разрисованный Майнкрафт... Ну, я говорю на Android. Да? Я не знаю, как там в App Store. Потому что... Блин. Что у меня Android и не App Store? О май гад. Круто у меня дерево. Значит, что мы тут можем сделать? Что мы можем делать? А мы ничего не можем делать. Фу, я хочу скачать дерево. Можно мне еще дерево? Как сделать дерево? Офигеть, тут все так неудобно. Это что? Верстак. Офигеть. Я хочу меч скрафтить. О, во-во-во. Я, кстати, ребят, не обращайте внимания на мой скин. Я не знаю, как его поменять. Верстак. Палка. Ребят, нам нужно взять одну кирку, один топор. И что нужно еще взять? Сундук. Давайте сундук возьмем. Потом... Ну, что у меня? У меня теперь ничего нет. Кстати, топор сохранился, его тут мало как поменяли. Потому что это не разработчики Майнкрафта делали. А какие-то другие люди, которые не знаю, что они делали, там они подарили какую-то фигню сделать. Не знаю, на что они надеялись. Потому что никто еще не смог сделать максимальную копию Майнкрафта. Но им получилось сделать моды вообще. Почему я вам говорю, не знаю. Я сам не знаю ничего я говорю. Но ей дали добывать дерево. Дерево не закончилось. Мы потеряли все наше дерево, так просто уже. Верстак. Мне не нужен верстак. О, а как я другое дерево сделал? Окей. У меня теперь есть доски из... Что? Доски из тропического дерева? Откуда я взял вообще тропическое дерево? Что дерево, оно особенное. Ой. Что я? Я могу лазить? А, ну да, точно. Можно лазить. Да, ребят, кстати, ребят, у меня есть идея. Давайте, ребят, сегодня построим дом. Окей, ребят. Короче, кто хочет продолжение в Lucky Craft? Точнее, разрисованный Майнкрафт. Давайте наберем под этим видео... 3000 лайков! Что-то я переборщил. Палка, лестница. Что это? Чашка. Ну и зачем чашка? Чушка. Окей, я не знаю, что я сейчас сделаю. Мне нужно убираться отсюда. Что, 5 лет спустя. Окей, ребят, давайте найдем сейчас нам платформу. Окей, ребят, я там вижу какой-то... не знаю. Куда я иду вообще? Вот нам туда, я по прямому курсу. Нам туда, туда надо. О, шахта. Там очень стрёмно. Но, ребят, там у нас есть очень хороший показатель, но мне нужно
Место, чтобы построить дом. Да, ребят. Кирка ломает камень. О, кстати, кирка ломает камень. Три буквы. Три предложения. Три предложения. Кирка. Нет, это не предложение. Я ничего делать не понял. Это... Ай, какая разница? Это просто слово. Три слова. О, да, кстати, слово. Три слова в этом кирка ломает камень. Окей, ребят, давайте это будем уголь, чтобы скрафтить. Блин, ребят, я так много хочу. Давайте построим дом в подземелье. Почему бы и нет? Окей, ребят, давайте ловушку просто для нубов сделаем. Нам, ребят, нужно ТНТ, но я не знаю, где мы ее достанем. Скрафтим. Угу. Ну, это просто ловушка, я не знаю, я, наверное, сам подорвусь, а у меня нету еды. Потому что я не видел еду. Мне нужен зомби, чтобы... Ну, хотя бы гнилая плоть, она много восстанавливает. Что это? Что это? Что это было? Тут крипер взорвался. О, он мне камень принес. Кстати, крипер, он вообще самый крутой человек, самый крутой в Майнкрафте. Он мне вообще только одно сердечко снес. Половина сердечка мне снес. Мне половина сердечка снес, и, в принципе, ничего не произошло. Я пока добываю уголь. Такого крипер, но он мне принес камень. Окей, ребят, я сам думал, что было так, что скелет из лука стрельнул. Но нам нужна идеальная плоть. Ооо, ребят, идеальная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я не знаю, ребят, зачем делать такие Майнкрафты, если можно в Google взять бесплатный Майнкрафт. Ай, ладно, ребята. Ну, вот такие. Что? Это разве возможно? Вот такие. Ладно, ребята, мне придется вам это показать в следующем видео. Окей, ребят, давайте, чтобы я затянул вот такое вот видео, там, где я буду показывать. Нам нужно набрать, ребят, под этим видео 5 лайков. И тогда я засниму. Засниму видео, как скачать бесплатный Майнкрафт. А у меня разве было... Вот. О, это краситель. Я не знаю, зачем я его скрафтил. Ну и просто пусть будет, пусть будет. Пусть будет. Оп, ха, ха. Я делаю домик, который я всегда делал. У меня дерево. Окей, ребята, но это все равно... Это не страшно. Можно же продолжить, да? Ой. О май гад, о май гад. Эй, ты куда? А что она мне, ребят, не принесла еды? Я не понял. Что за наглая? Здесь еды, ты морда. Блин. Какая нагла? Где моя еда? Где моя еда? Они издеваются. Курица, иди ко мне. Бум-бум-бум. Давай пофайтимся. Ты не хочешь со мной файтиться? Иди ко мне. Скоро будут зомби. Ура, ребята! Реклама, пауза. Вот что? Окей, ребят, какая-то... Не знаю, что это было за реклама, но она мне помешала выжить. Блин, 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 блин. Я не вижу свой дом.
Говорил мне батя, факел нужно строить. Где факел? Куда я дел факел? У меня нету палок. Потому что я их всех истратил. Где факел? Факел, 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 факел. Больше факла. Факел. Раз факел. Три факела. Четыре факела. Я потерял свой дом. Чего, это не страшно? Ведь он еще не был достроен. О, походу я его отыгрышал. Вот. Ты что? Ты что? У меня есть топор, ты это знал? Блин, тут так надо мне играть. Получится, да? А, я из-за него буду умирать. Фух, я тут, ребят, проставил факелы, и теперь... Хорошая свинина. Тут ее нет. Свинина опять не выпала. Окей, ребят, давайте что-то скрафтим. Это очень опасно ночью вот так. О май гад. Я так и знала, что опять какие-то мобы на меня нападут. Где-то тут рядом спам пауков. Скрафчу себе меч. Ха, теперь у меня есть меч. Удача крутой. Где моя еда? У меня больше нету еды. Ничего. Покушаю перо. Моё нельзя кушать. Я не знаю, зачем мне перо. Блин, за что? Ребят, пока у меня тут была реклама, время рекламы, меня убили, теперь я не знаю где. Окей, ребят, кто хочет продолжение, я даже не могу с вами попрощаться. Для этого мне нужно сделать так. Окей, ребята, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вы были на канале Ярик Плей, кому понравилось это видео. На самом деле там были лишние разговоры.